Всем привет, уважаемые подписчики и зрители моего канала, с вами вновь Джигирд Наут. И мы продолжаем играть на Days Epoch Черноруси. Так что, что к чему и почему. Это уже у нас третья серия, получается. Вчера меня убили, я зашел на миссию, и там меня просто-напросто пристрелили из 110-ки, и я не стал дальше играть. Думал, ладно, начнем все заново, поутаемся на болотах и так далее. Попроще пойдем дальше. Всем привет, скажу. Давайте посмотрим, что у нас на болотах, что-нибудь изменилось хотя бы. Ну, вроде бы стало на болотах потише. Тут рестарт был. Через 25 минут мы сервер как запустили. Вот, мне повезло еще. Народу не так уж много еще. Тут много оружия. Много оружия, много всего. Сайга, пулемет, калаш. Придется пошуметь. У нас MG36 из патронов фигово. Здесь что у нас? Ничего нету. Корян. И тут бизон. ФБ просто, да? Да. Ладно, возьмем туда помощнее оружие. Может, повезет, найдем рюкзак. И тогда уже загрузим оружие все это и поедем на трейд-зону, если же у нас тут не будет никаких стычек с людьми. Так, костюмы какие-то тут у нас лежат. Spider-Force какой-то. Travis. Рюкзачок койотовский, офигительно. 5 столов можно закинуть в него. А тут что у нас? Фигня всякая лежит. Так, кто-то бежит. Кто-то где-то пробежал, зомби рыкнул, и все. Собираем все, что можно. Тихо. Сразу зомби куда-то пропал. Не зомби, а игрок. Меня это настораживает. ЦЗ-550. Сейчас мы тут хапаем, блин, оружие. Так, здесь что у нас? MG36 патроны. Так, дальше. ССОХа.
забрать, забрать и забрать. Оружие полным-полно в казармах. Еще и конвешник добавок. Очень странно. Зомби рыкнул и тишина полнейшая. Но в той стороне никого нету. Ни зомби, ни бегающих людей. Ладно, давайте пожарку еще забежим. Посмотрим всю окружность. Территории, то что у нас в округе. Так, морфий надо забрать. Так, морфий есть. Так, зомби потом не дадут спуститься. G36 лежит. Так, за место нее сайгу скинем, G36 заберем. Так, я думаю, пора нам отсюда уходить. Да, так ведь, зомби? Нам пора отсюда. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да блин. Да блин. Не получилось без кровопролития. И уходим отсюда. Так, я, конечно же, обещал походить по миссиям, так что сегодня мы идем по миссиям. Повезло мне, конечно, с лутом. И здесь что, никого нету. Хорошо утонули, заутались. Сейчас можно купить себе машину и спокойно уехать на любую миссию. ЦЗ-550 я думаю оставлю и оставлю G36. Остальное все продам. Так, хорошо. Хорошо, пока что все складывается у нас. Ни людей, никого чему-то нету. 17 человек, да, все в середину карты убежали. Раскачались. Все такие деловые. Ой. Ну, они постоянно, потому что сидели на болотах, может, и люди. Меня больше интересовал быстрее поставить сейф. Так, хорошо, ладно, все пока что у нас идет нормально. Минус 14 тысяч, практически 15 тысяч минуса humanity. А надо сейчас ездить в этот, на бандитский трейд-зону, посмотреть, что там вообще продается. Ну и, конечно же, на миссию. Сегодня главное у нас миссия. В следующей серии, думаю, посмотрим, что именно продается на бандитской трейд-зоне. Если же, конечно, у нас человечности не будет хватать. Может, не знаю, по идее 10 тысяч
Ведь куда уже? Это потолок уже. А, ну и потом, если же у нас не будет хватать человечности, будет у нас другая задача. Набить человечность, я думаю, где-то около 100 тысяч минуса надо будет набивать. Потому что здесь как по рангам идет. 10 тысяч такой это скин, 100 тысяч такой скилл. Скин, не скилл. И вот так далее и тому подобное. Ну, виповские, конечно, скины я, конечно, не буду покупать. Зачем они нужны? Чтобы бегать с крутой АА-12, но нафиг она мне обосралась. Либо там снайпером. Да я ту же снайперку могу купить, либо у других людей забрать. Или с миссии даже. Вроде бы тоже на миссиях, а есть такое оружие, которое можно задонатить, так сказать. А что-то все не пускает, клиент какой-то там нехороший. Уже два человека пытались присоединиться, но никак не могут. Так, ну хорошо. Едем пока что мы дальше. На трейд-зоны. Давайте тогда здесь поставлю на паузу, доберу до трейд-зоны, ну, чтобы вам не смотреть всю эту длительную переездку до дороги, всю дорогу точнее. И потом уже, когда уже соберусь конкретно на миссию, возобновлю видео. Увидимся на трейд-зоне. Итак, народ, добрался я до трейд-зоны. Сейчас продадим оружие. И начнем похождение на какой-нибудь из миссий. Так, продаем калаш, ССОху, продать. Теперь 240-й нам тоже не нужен. Так, лишние патроны нам тоже не нужны, тоже не надо. Ладно, станаги нам тут понадобятся. И теперь покупаем патроны станаги. 4 обоймы, думаю, хватит мне. И патроны на ЦЗ-ху. ЦЗ магазины. Думаю, хватит. Места не хватает. Ладно. Сейчас сделаем иначе. То убрать, то убрать, убрать. Так, ЦЗ магазины. Ой, купить ЦЗ магазины. 5 штук хватит мне. И сейчас нам переложить. И теперь станаги. Станаги, станаги. 3 обойма, 4 будет вместе. Так, теперь случайно ролл. Теперь. Продаем MG36. Это и это 30 тысяч. Текс. MG36. Все нормально. Да что я сильно в этом постоянно нажимаю? Так, тут у нас еще один пулемет. 240-й. Еще опять халява. И крови мне дадут, нет. Дробовик, естественно, нет. Ладно. Так, так. Морфий у нас есть, болеутоляющая. Ладно, еще возьмем, будет запасное. Так, теперь едем мы на конвой, строим материалы. В таком месте противном вообще просто не нравится. Ладно, будем пытаться конвой размотать. Так, у меня 111 тысяч, мне лучше бы мне бы скинуть бы лучше куда-нибудь их. Ага, на трейд-зоне нельзя покупать, ой, ставить. Так, 1300 метров мне до миссии, и блин, вообще в таком месте.
Так, подождите, что-то маленькое. А, да, в таком месте нехорошем. Давайте попробуем все-таки зачистить. Нормально. Тут уже человек сидит. У всех тут прорвало пообщаться с админами. Не будем им мешаться. Ой. Не будем им портить общение. Да-да, зомби орёт. Легкий ПВП на острове. Типа он, они про ивент. Теперь можно разбирать велик, даже когда он поврежден. Либо я даже и не понял. Может, он не сильно был у меня поврежден, и я его смог разобрать. Завтра вечером будет ивент, вот так вот. Так, 111 тысяч, конечно, мне жалко терять, но я. Постараемся. Да, было бы хорошо, если бы я смог забрать свои материалы. На них сейчас надо будет хорошенько там постреляться. Так, прорисовка вроде бы. Дальность здесь нельзя восстанавливать. Не знаю почему. В принципе, была такая, что бинокль, с биноклем можно было восстанавливать дальность. Сейчас же такое нельзя сделать. Придется стрелять так, как есть. Ну, в принципе, прорисовка на где-то на 500, на 800, может даже на 1000 можно будет стрелять. Админ пишет что-то. Кто-то там бухал, кто-то там заливался. Админы тоже живут своей непростой жизнью. Держат сервер, следят за всеми, еще и употребляют. Вау. Вау. Так, что-то я уж совсем близко подъезжаю, уже на 400 метров. Блять, прям в дерево загляделся. Ага, он сейчас не даст, я в комбате. Но пока что тишина полнейшая. Так, нет, я уже лучше разберу велосипед. А то потом без велика вообще будет тяжко. Давай, хватит моргать. Фу-фу-фу. Совсем обнаглел и прям вплотную к ним подошел. Ага, миссия это зачищена. Я видел, там игрок бегал. Вон он. Забежал отсюда вот за этот грузовик. И собирается уезжать.
минус. Там добили того чувака. Далеко чувак уехал. Пока не вижу. Пока никого не вижу. Так, на месте зачищено. Блять. Я же вздрогнул. Капец, неожиданно просто. Сзади кто-то подкрался, не слышал ни шагов, нифига. Просто... Тр-тр, и все. Так, ну сейчас я даже не знаю, а постараться быстро туда приехать, прилететь, приехать. А как мне это получится? Это тут никак не получится, надо сразу же на педаль давить. Настолько метров ехать, и мне сразу же нужно искать оружие какое-то для себя. Ну. Хорошо, быстро появились. Так, выживший. Черногорск, электросолнечный камень, березина. Ну, только болото. Самое близко. Ну, я даже не знаю. Давайте постараемся доехать быстро. Так, с воздуха. Блин, я же поставил метку. 5000 метров. Шесть тысяч метров. Вы издеваете меня. Все, полетели вперед, вперед, вперед. Далеко, очень далеко. И пока я приеду, там уже весь ут утащит. Он на миссии со стройматериалами. И своих. Все свои. Ну, 5000 метров, конечно же, будет очень долго мне ехать. Так, это я сейчас... Где это я сейчас высадился? А, все правильно. Это я. Угу. Все ясно. Понятно. Быстро, 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 быстро. Собираем и постараемся доехать до туда быстренько. Там еще сидел с Сэмкой, и второй прибежал с пулеметом. А, я, у меня еще и 100 тысяч было, офигеть. А, вообще. Так,
Так, хорошо, ладно. Конечно, с пистолетом я много не настреляю. Сейчас постараемся залутать тот труп, который я убил с MG3, или не MG36, там какая-то М8, пулемет какой-то был у него. И постараемся что-нибудь сделать. Ну, по-любому, что-нибудь там останется. Мало времени так осталось. Ну, 16 тысяч мне прибавил, отнялось точнее, то есть не 16, а сколько у нас, 14 было, 2000 нам отнялось. Так, будем надеяться, что я все же успею что-нибудь там полутать. Предупреждение, не выражаться. Недавно совсем был вайп, кстати, пишут все. Когда был вайп, когда был вайп. Ну, кстати, по карте видать, что вайп недавно был, построек не так уж много. Я две постройки только видел, а больше даже не видел, не видал. Кто-то свой АТВ оставил. Кустиках. Самое удобное место, где можно поставить палатку. Многие люди здесь, конечно же, проезжают, но они не видят то, что у них прям может быть под носом. У меня, честно говоря, даже вон там вот какая-то избушка была в елочках. Там бы поставил палаточку. Так, дальше. 2300 осталось. Правильно. Скорого вайпа не будет. Слышу, мозлик завелся. Так, это что мы через город проедем? Кому-то, видать, повезло. А может, не повезло, может, они до сих пор перестреливаются, либо... А один по-любому кто-то останется и заберет весь вот оттуда. Потому что появляются все на побережье. И так как я, кажется, не делаю, чтобы сразу-сразу... И либо так же мы сейчас едут с пистолетами. Посмотрим, что осталось от миссии. Свои 1200 осталось.
не врубаться. Ехать. Ехать. Кустики. Блин. Давай, маленько осталось, совсем чуть-чуть. Ни хрен на БТР накопишь. Да как, почему? Все думают, что нельзя накопить на БТР. Я думаю, что легко и просто можно накопить на БТР. Но у меня сейчас уже около пол, где-то пол ляма уже. Я могу, конечно, сейчас еще один сейф купить, но я не хочу сейчас тратиться, я хочу купить стройматериалы. И уже начать прямо сразу же здесь строительство. Блин, цены в процессе. Что-то они хотят поколдовать, кажется, с ценами. Может, маленько уменьшить хотят цены там или еще что-нибудь. Слышу, едет. Кто-то едет на квадрике. Самбище прикопался. Блин, прям на меня едет. Нет, там или там катается. Человек. Как вовремя, это вечно. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Как? Блин, вообще просто жесть. Нафиг я успел хоть одного забрать за собой. Вот это вообще умора какая-то. Фу. Да, перестрелялись, пострелялись. Конкретно. Ну вот примерно вот так вот все и выглядит. Конечно же, было бы лучше, если можно было бы на всей карте появляться. Ну, то есть поближе. Тогда бы тут начался бы полный хаос. Здесь невозможно было бы спокойно залутаться и все остальное. Тут другие люди просто прибежали, и сейчас у нас будет просто-напросто. Будет конкретная заварушка, если постоянно будет в одно и то же люди слетаться. Ну, кто-то успеет там схватить оружие и начнет перестреливаться, и кто-то с пистолетов будет также. И когда появляетесь на побережье, то уже без вариков вам приходится ехать до того места, где вас убили, и забирать оттуда лут. Ну, и, в принципе, вот это вот правильно, я считаю. Так, когда появляются люди прям в середине карты, то это несерьезно как-то. Ну, сами видели, что я появился на побережье, как мог дальше подлетел, точнее, к точке, где я умер, и сумел все-таки хоть одного забрать. Ну и, конечно же, не все, что можно было, смог забрать. Там их было трое, один с МП-5 стрелял, другой с ВПВ-шки меня застрелил, а одного я смог хотя бы по голове ему настучать. Так, я пока поставлю на паузу, потому что игра не хочет пока меня пускать. Так, вот я вновь вернулся, меня запустило, наконец-то на меня. Все, там вообще конкретный замес был, куча меток понаставили, болото. И на болоте. Сейчас минут 10-15 постреляемся. Ух ты, я появился так, где прям так удобненько. Что за... Блин, зомби прям по духам дышал. Я, наверное, не понял. Какие магазины. Я разлил. Я что? Когда вы могли.
ДВ ПБС, блин. Серьезно. Так, один чувак сидит там, внутри здания, и отстреливает всех. Патроны левые. О! Хоть хоу ПБС. Там человек еще есть. Еще чувак летит. Блять. Где он там засел-то? Не вижу нифига. Где ты, зараза? Лесанулся, вроде бы не стреляет. Так, оттуда еще парашютист прибежит. Попробую оббежать его. Блять. Ножки, ножки, ножки.
Да ладно. А что, убил его? Блядь, зомби. Дурак напугал. Да, не поверю. Блин, вот эти окна, они непрозрачные, а какие-то краски как-то замазанные. Хочет не выходить, наверх пошел. Ну ладно, лутайся пока. Ну вот наверху их даже не видать из этой краски или чего-то, из-за того, что запотели. Уже мистер, так ладно, сейчас если меня или я кого-то убьем, то я тогда ухожу. Но смысл там сидеть? Выходи давай. Вот ни в какую он не хочет выходить. Остался один. Ух ты, блин. Давай, лутайся. Лутайся. Молодец. Отлутался. Вижу. Да блин. Есть. Все. На этом я буду заканчивать. Ну что, дамы и господа, всем спасибо за просмотр. С вами был Ригерт Ноут. Миссии, конечно, у нас не получилось, конечно, полутать. Посмотреть, что, какой именно там стройматериал, какие там были. Но зато поубивали людей. Так что всем спасибо за просмотр, с вами был Ригерт Ноут, увидимся уже тогда в следующих сериях. Чувак, кстати, у него был патрульный койот. А, тьфу, нет, мне показалось, думал у него что-то получше. А, у него М8 автомат, вот. Тот чувак с нее стрелял. Так, все, ну, всем спасибо. Подписываемся, комментируем, ставим лайки. Всем до следующей серии, всем пока-пока.